С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 14 сентября. И сразу у родившихся в этот день, 1712 год, в Париже, во Франции, рождается Джованни Кассини, французский астроном и инженер итальянского происхождения, директор Парижской обсерватории. Он открыл вращение Юпитера и Марса, 4 новых спутника Сатурна, первым дал точное определение параллакса Солнца. 1847 год. Павел Яблочков приходит в этот мир. Русский электротехник и изобретатель дуговой лампы. А в 1916 году появился Луис Карвалан, генеральный секретарь ЦК Компартии Чили, которого обменяли на диссидента Владимира Буковского. В 1932 году родился Игорь Кириллов, диктор телевидения с 1957 года, народный артист СССР, который фактически работает диктором до сих пор, хотя такой профессии вроде бы уже нет. С днем рождения мастера телевидения поздравляет вся страна. 1952 год. День рождения певца Николая Гнатюка, советского и украинского эстрадного исполнителя, народного артиста Украинской ССР. А в 1983 году рождается Эми Уайнхаус, британская певица и автор песен. Она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как первая и единственная британская певица, выигравшая 5 наград Грэмми. Но так рано ушедшая из жизни. События дня. 1741 год. После 24 дней беспрерывной работы немецкий композитор Георг Фридрих Гендель завершает ораторию для солистов хора и оркестра «Мессия», которая считается одним из наиболее известных сочинений в жанре оратории. В брошюре хорового общества Дублинского Тринити колледжа утверждается, когда композитор сочинял «Мессию», слуга часто заставал его тихо плачущим. Настолько автора очаровывала красота и величие музыки, которая выходит из-под его собственного пера. 1817 год. В Москву прибывает памятник Минину и Пожарскому. Скульптурная группа из латуни и меди создана Иваном Мартосом для установки в Москве на Красной площади. Посвящен Кузьме Минину и Дмитрию Михайловичу Пожарскому, руководителям второго народного ополчения во время польской интервенции в смутное время и победе над Польшей в 1612 году. Доставку памятника из Санкт-Петербурга в Москву было решено осуществлять по воде, учитывая размеры и вес памятника. По маршруту через Мариинский канал до Рыбинска, далее по Волге до Нижнего Новгорода, затем вверх по Оке до Коломны и по реке в Москву. 21 мая 1817 памятник был отправлен из Санкт-Петербурга и 14 сентября доставлен в Москву. В то же время было окончательно определено место установки памятника в Москве. Было решено, что лучшим является, безусловно, Красная площадь. Впрочем, там он тоже будет какое-то время спустя перемещен. 1829 год. Заключается Андрианопольский мир между Турцией и Россией. В результате русско-турецкой войны 1828-29 годов к России отходит устье Дуная с прилегающими островами, восточное побережье Черного моря от устья Кубани до пристани Святого Николая. Турция признает присоединение к России Грузии, Имеретии, Мегрелии, автономии Молдавии, Валахии, Сербии, Босфор и Дарданеллы объявляются открытыми для прохода иностранных судов. 1867 год. Вышел в свет первый том «Капитала. Критики политической экономии» Карла Маркса. Создание 4 книг критического анализа капитализма занимает у автора 40 лет жизни с 1843 по 1883. При жизни писателя «Капитал» был переведен только на 9 языков. 1886 год. Джордж Андерсон патентует ленту для пишущей машинки. Для того времени это неслыханная история. 1927 год. В городе Ницца погибает Айсидора Дункан, американская танцовщица. Ее удушил собственный шарф, намотавшись на колесо автомобиля, когда звезда совершала прогулку. В 1921 году в России Луначарский официально предложил ей открыть школу в Москве, обещая финансовую поддержку. На момент встречи с Есениным Дункан была 43-летней, уже располневшей женщиной, с короткостриженными, крашенными волосами. Золотоволосому же поэту атлетического телосложения только 27. Через несколько дней после знакомства
искусства, Есенин переехал к Исидоре с вещами. Удивительно, но при всем своем огромном желании любить и быть любимой, Асидора лишь однажды вышла замуж, и получается, по расчету, Есенина иначе не выпускали с ней за границу. Этот брак был странен для всех окружающих уже хотя бы потому, что супруги общались через переводчика, не понимая языка друг друга. За границей Есенин не мог смириться с тем, что его воспринимают как молодого мужа великой Асидоры. Это тоже было причиной постоянных скандалов в семье. Так долго продолжаться не могло, и они развелись. 1939 год. Игорь Сикорский поднимает в воздух свой первый опытный вертолет. Номер 300 означал порядковый номер. По счету это была третья машина, оторвавшаяся от земли, но пока державшаяся на привязи, чтобы никуда не убежал. На аппарате был установлен двигатель мощностью 75 лошадиных сил. 1959 год. Вторая советская космическая ракета «Луна-2» достигает Луны. Первая посадка на поверхность спутника Земли космического аппарата. 1960 год. На Багдадской конференции создается Организация стран-экспортеров нефти. В состав ОПЕК входят Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Организация постоянно меняется, видоизменяется. Причем эта организация скорее клуб по интересам, где политики и экономисты пытаются договориться. А мы внимательно следим за стоимостью нефти и курсами валют. Что они там еще придумают? Или о чем они там еще договорятся? 1972 год. Папа Римский Павел VI отменяет выстригание волос на голове католических священников, что было обязательным с V века. 1997 год. Индия. Утечка газа в трубопроводе приводит к мощному взрыву около 6 часов 15 минут утра и дальнейшему пожару в хранилище нефти нефтеперегонного завода. 16 человек убито во время взрыва, 31 ранен, 5 деревень эвакуированы. 600 миль юго-восточнее от Нью-Дели все происходит. 5 вагонов экспресса падают в русло сухой реки. В 3 из них находятся 100 пассажиров, оставшиеся 2 – почтово-багажные. Индийское агентство сообщает в итоге о 36 убитых и 200 раненых, но до конца эти цифры не ясны. 2002 год. В Ханое установили 30-тонную медную статую Будды. Это был первый гигантских размеров монумент, изготовленный во Вьетнаме. Высота изваяния 6,5 метров. Жители и гости вьетнамской столицы добровольными пожертвованиями полностью оплатили материал и работы по отливке. Ну и последнее. 1812 год. После Бородинского сражения, в котором русская армия понесла тяжелые потери, главнокомандующий Кутузов приказал 8 сентября отступить по направлению к Москве на Можайск с намерением сохранить армию. Днем 13 сентября в подмосковной деревне Фили состоялся военный совет, на котором Кутузов, исходя из главной задачи сохранения армии, приказал отступать, сдав Москву французам. 14 сентября Наполеон во главе французской армии вступает в опустевшую Москву и занимает ее вообще без боя. Он уверен, что захват Москвы заставит императора Александра I подписать капитуляцию. Однако русские не стали просить мира. По приказу московского генерал-губернатора Растопчина были подожжены продовольственные склады. Жители покинули город, забрав с собой запасы продовольствия. Армия французов оказалась в тяжелейшем положении. Солдаты начали грабить покинутые дома, там ничего нет. Начинаются пожары, которые уничтожают большую часть города. Армия не может отдохнуть после похода, и она просто разлагается, превратившись в сборище мародеров. Наполеону стало понятно, что дальнейшее пребывание в Москве будет не только невыгодно, а даже опасно. 19 октября по его приказу армия уходит из Москвы. Оккупация Москвы французскими войсками стала переломным моментом Отечественной войны 1812 года, который привел к ее поражению и бегству из России. Вот они, тонкости полководческой игры. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».